Коллеги из Казани, из компании «Верное решение», консультационное агентство, проделали большую работу, они проанализировали как раз таки инструменты, зоны специализированного ведения, специализированные зоны ведения бизнеса, такие ТОРЛЗы, и у них есть предложение касательно их докрутить, да? Собственно говоря, да, попросили нас выступить именно по механизму ТОСР, хотя мы анализируем и другие преференциальные режимы, да. Но с особо экономическими зонами здесь как-то более-менее все понятно. Этот режим уже действует давно, и там много чего докручено. А да, ТОСР – зверь новый, и, собственно говоря, докручивать здесь много чего есть. Меня просили особо не останавливаться на характеристиках особых экономических зон ТОР, полагаю, что большинство собравшихся в зале, наверное, знают, да, что такое территория опережающего развития. Кстати, да, нет? Кто знает, что такое ТОСР, социально-экономического развития, да? И что все уж точно знают, что в Димитровграде... Те, кто зашли, не случайно знают. Да-да-да. И что в Димитровграде, если мне память не изменяет, там с 24, по-моему, июля, да, одобрен статус резидента ТОСР, поэтому я тут очень как бы бегал, да. По сути, это аналог особой экономической зоны, есть у него свои цели и задачи, есть плюсы, минусы, есть преимущества, недостатки. Если сравнивать с АЭС, то вот, ну, грубо говоря, бегло, в особо экономических зонах заканчиваются льготы по страховым взносам фонды, самый, так сказать, вот налоговый бич, да, вот эта вот налоговая нагрузка, это отчисление с фонда заработной платы. И в ряде особо экономических зон либо вообще нет их, да, либо они заканчиваются полгода. А территория опережающего развития, которая создается на 10 лет с правом продления еще на 5, предусматривает пониженную ставку вот этих самых взносов на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование. Да? В 4 раза меньше, 7,6% по сравнению со средней ставкой, такой среднестатистической, 28-30%. Вот, соответственно, это тоже преференциальная зона, это тоже налоговые режимы, это тоже льготы. Соответственно, те компании, у которых высокая доля добавочной стоимости, могут получить официальное право не доплатить в бюджет определенную часть налогов. Да? Собственно говоря, вот небольшое сравнение, если, ну, в разрезе ставок, да, понятно, что налоговую нагрузку одними ставками не измеришь, но, в принципе, мы проводили расчеты тоже, да. В частности, по нескольким компаниям, которым мы считали экономику, экономия от налогового бремени составляет от 25 до 42% от налогового бремени, исчисленного за 10-летнюю перспективу. То есть фактически за 10 лет можно не доплатить от 25 до 42% тех налогов, которые надо уплачивать официально по налоговому кодексу или по соответствующим законам. Да? Вот так вот бегло, если по ставках, разница в ставках между режимами ТОСР без применения каких-либо льгот и особой экономической зоны промышленного производственного типа. Привел ставки по Димитровграду в сравнении с нашими Набережными Челнами, с башкирскими коллегами. Вот график ставок налога на прибыль по ТОСРу с правом продления еще на 5 лет, на 15, по ТОСРу на 10-летнюю перспективу и по особой экономической зоне. Да? В принципе, ступеньки тоже видно, что у кого-то плавные, у кого-то резкие. Вот примерно такие ставки приняты в... Не все еще успели сюда записать, тут 11, сейчас уже 26 территорий опережающего развития в Российской Федерации, да, ставки по налогам. Соответственно, обоснование. Вот они, мы постарались выписать все территории опережающего развития ТОСРа, которые в моногородах, по которым принято положительное решение Минэкономразвития, либо есть соответствующее постановление правительства о присуждении этого статуса, да. Соответственно, и Ульяновская область попала, слава богу, в их число. Что касаемо, значит, видов деятельности, да, которые вписываются. Честно говоря, проанализировав заявки в Минэкономразвитии и посмотрев постановление правительства, мы увидели, чаще всего моногорода копируют, иногда бездумно, иногда думанно, вот этот самый перечень видов АКВЭД. Да. Соответственно, это тоже, на самом деле, инструмент регулирования, да, инвестиционной среды в регионе. Потому что, ну, всегда считается, что надо создавать, ну, в последнее время считается, что надо создавать преференциальные режимы только производственным компаниям, да, а компании, которые образуют инфраструктуру вокруг них,
которые занимаются производственными услугами, непроизводственными услугами, стройкой, поставкой материалов, они подтянутся. То есть вроде как считается, что включается режим субконтрактации, да, и производственники дадут работу, заказы, субподряды всем остальным. Да. Но по факту мы видим, что такое происходит не всегда. Иногда производство развивается островным принципом, да, собственно говоря, не создавая определенных каких-то переделов и коопераций. Да. Поэтому мы, соответственно, предлагаем расширять перечень АКВЭДов, которые становятся резидентами преференциальной зоны. Потому что надо распространять этот режим и на компании, занимающиеся услугами определенными видами, на работы и так далее, и так далее. Вот мне очень приятно, это я на самом деле взял перечень Димитровградский, мне очень приятно, что вот даже зелененьким выделил те виды деятельности, которые Димитровград у себя прописал, а многие регионы, которые были первыми в этом процессе, ну, собственно говоря, упустили. Даже обратите внимание, деятельность в области здравоохранения, да, и спорта, отдыха, развлечений. Вот такое, честно говоря, может быть, внимательно смотрел, никого не видел еще, да? Не говоря уже о том, что предоставление мест для временного проживания, фактически это для приезжающего персонала, для экспатов, для будущих сотрудников компании, которые будут, да, сфера телекоммуникаций, прекрасно просто, особенно разработка, скажем, компьютерного программного обеспечения, это вообще, честно говоря, предложение, которое мы уже не устаем который раз давать властям о том, что я чуть позже скажу, в связи с чем это связано, да. Ну вот смотрите, например, очень часто территория опережающего развития, моногорода, забывают включить у себя, вот я красно выделил четыре последние строки, вот такие, мне кажется, чрезвычайно значимые для гармоничного развития любой территории виды деятельности. Да? То есть если мы не будем заниматься, как сегодня губернатор упоминал, зеленой экономикой, воспроизводством, да, не будем заниматься переработкой сырья и отходов, да, если мы не будем давать таким компаниям льготы, соответственно, они не будут появляться и занимать какую-то значительную долю, да, среди отраслей региона. Соответственно, я считаю, что такие вещи должны быть. Да. Плюс, может быть, несколько волонтаристки, но нам кажется, вполне можно давать льготы компаниям, которые занимаются чистой водой. Дело в том, что это вот ресурс как раз невозобновляемый, про качество этого ресурса мы все с вами наслышаны, да, какие тренды, какие тенденции в этом плане. И те, кто занимается сбором, очисткой, те, кто занимается подведением и добычей воды, я не говорю сейчас про муниципальные предприятия «Водоканал» и иже с ними, да, то есть я говорю про частников, которые будут скважины для дачных, садовых товариществ, для частных домовладений, для коттеджных поселков, для многоквартирного, да, то есть я думаю, что вполне можно. Я прекрасно понимаю органы власти о том, что они компаниям, занимающимся работами и услугами, стараются не давать преференциальный режим. Дело в том, что у этих компаний всегда нет привязки географической, да, к территории моногорода. Компания, которая занимается, скажем, там, подведением воды, она может осуществлять эти подряды как в моногороде, так где-то еще. И, соответственно, есть боязнь того, что закончится преференциальный режим, и эта компания уйдет в другой регион с другим преференциальным режимом или вообще для моногорода не скажется ее деятельность существенным образом, да, она будет оказывать услуги где-то здесь. То есть юридически пропишется в моногороде, будет иметь все преференции, да, но услуги оказывать на стороне. С одной стороны, я считаю, что это на самом деле небольшая проблема. Дело в том, что сотрудники прописаны в моногороде, техника встала на учет, поставлена на учет в моногороде, налог на прибыль уплачивается в моногороде, это все равно налоговые доходы, да? Даже если какая-то значительная часть услуг будет заказана на территории вне. А вообще, на самом деле, можно прописать критерии о том, что преференциальный режим предоставляется компаниям, которые не менее, допустим, какой-то, это сейчас, ну, достаточно оспоримый, да, то есть я просто здесь написал на вскидку 30-40% услуг оказывается на территории моногорода. Понятно, что этот критерий можно еще дошлифовать, да. То же самое касается вот остальных видов деятельности, которые мы здесь позволили себе пофантазировать и вполне можно было бы и включить, да. Я уже не говорю там, ну, я сейчас не про компании там, транснефти, газодобычи и так далее, да? То есть я сейчас говорю про малый и средний бизнес, который является смежником этих процессов, да? И в частности, вот, например, те, кто занимается складским хозяйством и за вспомогательную транспортную деятельность, они позволят развиться производственникам моногорода, если им дать соответствующие возможности для этого. Сдача в аренду техники и объектов недвижимости – это тоже некая такая
Это не реинкарнация, это новый воздух для компаний, занимающихся этими видами деятельности, при условии, что это будут новые объекты, новые позиции оборудования купленные, да, то есть нет задачи, чтобы произошло просто перераспределение де юре, да, компаний внутри моногорода, а есть задача, чтобы они создавали новые активы. Соответственно, я думаю, прописав эти условия и взяв на себя, я понимаю, нелегкий труд муниципальной власти по контролю и отслеживанию вот этого всего, можно получить, на самом деле, очень серьезный эффект от развития моногорода в 10-летней, 15-летней перспективе. Про трудоустройство, подбор персонала тоже, я думаю, наверное, неоспоримый тезис. Это очень важно для моногорода, который собирается сделать рывок в своем развитии услуги. И вполне можно компаниям, занимающимся этим, которые собираются вновь открыться, создаться, да, дать такой статус. Развитие туризма, внутренний выездной туризм. Многие моногорода уже по сложившейся специализации